По-моему, это Иван Гутьеррес был. Нет, все-таки это Давид Аройо из Мувистара. Ну и вот кто-то из гонщиков сейчас, к сожалению, не может подняться. Вот сейчас его просто не видно. Так, то вот с этой камеры тоже не совсем понятно. Но, видимо, был какой-то контакт. Причем мы видим, что саксобанковцы как тоже избежали падения. Упали гонщики Ликвигаса. Давид Аройо тут уже пешком добирается до своей технички. Получает запасной велосипед. И все-таки кто же там лежал достаточно долгое время на асфальте? Ну, сидел, если быть точным, и не мог подняться. Ну, как коротко нам это дали.